Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Дмитрий и мы на канале Smart Tourism. В этом видео я познакомлю вас с отелем Hilton Sharm Dreams Resort 5 звезд, который расположен в Шарм-эль-Шейхе, Египет. Отель Hilton Sharm Dreams Resort расположен в районе Нама Бэй, в 12 километрах от международного аэропорта Шарм-эль-Шейха и в 1 километре от центра города, неподалеку от популярного променада, где есть много шумных баров и клубов. Корпуса отеля расположены на второй линии от моря, через дорогу от отеля Hilton Fairows Resort 4 звезды. Гостиница состоит из двух частей. В первой части Hotel Area номера стандарт и Deluxe, а во второй, дальней от моря, Villa Area, номера Studio. К морю можно попасть через дорогу, расстояние 150 метров. На данный момент шаттлов до пляжа нет. Пляж песчаный, такой же, как и в отеле Maritime Jolieville. Можете посмотреть в соответствующем видео. На пляже есть понтон 20 метров. Отель работает по системе «Все включено». Есть главный ресторан, где проходит завтрак, обед и ужин. И три а-ля-карт ресторана – ливанский, итальянский и мексиканский. Их посещение платное. Также в отеле 7 бассейнов, три из которых подогреваются зимой. Есть мини-аквапарк – Клеопарк, вход в который платный. Для взрослых 15 долларов, для детей 10 долларов. Также есть платный спа-центр. Сейчас смотрим стандартный номер. В нем можно разместиться троим взрослым и одному ребенку. В самом отеле есть 8 баров, которые входят в систему «Все включено». И есть еще бар на пляже, он платный. Wi-Fi в отеле тоже платный. 1 час 30 фунтов, около 3 долларов. 1 день 125 фунтов, 12 долларов. Для детей есть Kids Club, который работает с 9 утра и до 20 вечера. Каждый день для детей концерт с 20 до 20:30. Есть своя команда аниматоров. В отеле есть номера стандарт, Deluxe, Suite, Studio и апартаменты. В каждом номере бесплатный сейф, набор для приготовления чая, кофе, балкон или терраса, спутниковое телевидение, кондиционер и платный мини-бар. В каждом номере есть халат и тапочки. Отель Hilton Dreams Resort прекрасно подойдет для семейного отдыха с детьми, а также для молодежи. На этом я заканчиваю. С вами был Дмитрий. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал Smart Tourism. Если у вас есть вопросы или пожелания, оставляйте в комментариях под этим видео. Желаю вам приятных путешествий и до скорых встреч!